Всем привет, с вами Настя из Диномамы, и сегодня я покажу вам зимний комплект для девочек из новой коллекции Хуппа. Моделька эта производится до роста 140 сантиметров, то есть подойдет деткам примерно до 10 лет. В наличии большой выбор расцветок, комплект этот очень теплый, в нем 300 грамм утеплителя, а значит носить его можно до минус 30 градусов. Также на этикетке указана водонепроницаемость. В данном комплекте она 10 тысяч миллиметров, а значит, эта ткань выдержит влажный снег и любую слякоть. Давайте посмотрим подробнее, что здесь есть интересного. Капюшон у комплекта отстегивается, мех не отстегивается, но здесь есть кнопка, ее можно расстегнуть, и капюшон станет глубже. Рукав классического кроя, здесь светоотражатель. На рукаве также светоотражающая эмблема Хуппа. Манжеты на резинке. Внутри подкладка гладкий полиэстер. По линии талии проходит резинка, так как модель девчачья. Есть два кармана без застежек. Молния с защитой подбородка от защемления. Есть внутренняя планка для защиты от ветра. Внутри мягкая флисовая подкладка по воротнику. Дальше в теле и рукавах куртки подкладка гладкий полиэстер. Есть петелька, этикетка, где можно написать данные ребенка. Никаких утяжек, регулировок внутри нет. Есть запасная фурнитура. Две кнопки здесь. Сзади можно увидеть светоотражающие полоски на капюшоне. Капюшон отстегивается, рукав классического кроя. Там резинка. И вот так выглядит нижний край куртки. В комплекте идет высокий полукомбинезон, лямки эластичные, регулируются по длине. По линии талии проходит резинка, на брючках есть светоотражающие полоски и внутри снежная юбка с противоскользящей вставкой. Подкладка у полукомбинезона гладкий полиэстер. Сзади можно увидеть резинку на талии, задний шов проклеен. И вот так выглядит нижняя часть полукомбинезона. Вот такой замечательный теплый комплект для девочек. Другие расцветки смотрите на нашем сайте dinomama.ru. Спасибо за внимание.